Мы начнем это упражнение с соединения с вашим духом, разумом и телом. Примите удобное положение тела, закройте ваши глаза. Сделайте глубокий вдох животом, а на выдохе соединитесь с невидимой и неосязаемой частью вас, с вашими мыслями, убеждениями, эмоциями, поведением и, самое главное, с невидимой духовной силой внутри вас. Прямо сейчас позвольте этой духовной энергии выразить благодарность телу за возможность духу испытать, каково это — быть человеком, за возможность слышать, видеть, ощущать, касаться и чувствовать запах всего, что есть на земле. Ласково коснитесь своей руки, теперь вашего предплечья. Медленно поднимите руки и нежно обнимите себя за плечи. Теперь с глубокой любовью и благодарностью к вашему существу мысленно скажите: «Чудесное тело, спасибо за то, что ты являешься моим сосудом на протяжении всего моего жизненного опыта. Я действительно люблю, восхищаюсь и ценю тебя». Теперь сделайте второй глубокий вдох животом и на выдохе расслабьтесь психически. Чтобы помочь вам расслабиться психически, представьте вашему вниманию несколько пассивных образов. Представьте любую картину, которая успокаивает и отвлекает вас. И это поможет вам расслабиться психически. Пока вы находитесь в этой сцене, подумайте о том, насколько вы стали более позитивным, позитивным в вашем мышлении, позитивным в ваших убеждениях, позитивным в вашем отношении к жизни. Подумайте о временах, когда ваш позитивный характер привел к положительным результатам. Позитивный настрой действительно приносит много пользы. Сделайте третий глубокий вдох, а на выдохе расслабьтесь еще больше. Это замечательное чувство — быть полностью расслабленным. Это очень здоровое состояние. Чтобы помочь вам перейти к более глубокому и более здоровому уровню сознания, я буду вести обратный отчет от 10 до 1. По мере уменьшения цифр вы почувствуете, как погружаетесь глубже и проникаете на все более глубокий и здоровый уровень мышления. 10, 9, глубже, 8, 7, все глубже и глубже, 6, 5, 4, все глубже и глубже, 3, 2, 1. Сейчас вы находитесь на более глубоком, более здоровом уровне мышления, глубже, чем прежде. Продолжайте дышать медленно, глубоко и ритмично на протяжении всего упражнения. Чтобы помочь вам расслабиться, я направлю ваше внимание к отдельным частям тела, начиная с головы и до самых кончиков пальцев ног. По мере расслабления вы будете не только отпускать напряжение и зажимы вашего тела, вы также будете укреплять органы, железы и ткани, которые входят в состав вашей иммунной системы. На протяжении всего упражнения, по мере того, как вы будете двигаться от головы до кончиков ваших стоп, вы будете использовать свои руки, чтобы касаться каждой части вашего тела. А сейчас визуализируйте ваши руки – и представьте, что они сияют бело-голубой, исцеляющей энергией. Это энергия, которую вы будете использовать для укрепления и лечения любой части вашего тела, которая нуждается в исцелении. Сосредоточьте свое внимание на ощущениях кожи головы под волосами.
Почувствуйте еле заметные вибрации, покалывание, тепло пульсирующей крови. А теперь отпустите все напряжение и полностью расслабьте натянутые связки в этой части головы. И приведите ее в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться все глубже и глубже в течение этого упражнения. Теперь поместите ваши руки на коже головы и лоб любым удобным для вас способом и сосредоточьтесь на области головы. Начните проецировать бело-голубую целительную энергию в область головы и представьте здоровое кровообращение, циркулирующее через ваш мозг. Представьте себе, что нейроны передают сигналы и функционируют ритмично и в здоровой манере. Представьте, что весь ваш мозг функционирует здоровым, ритмичным образом. Теперь обратите внимание на то, что в ваших клетках есть ядро. В ядре каждой клетки находится молекула ДНК, закрученная в нитевидную спираль. Каждый фрагмент ДНК исцеляется и посылает это сообщение о здоровье по вашему мозгу. С этого момента каждый ваш нейрон будет проявлять себя в здоровой манере в соответствии с планом вашего совершенного здоровья. Вдох за вдохом, мгновение за мгновением, час за часом, день за днем, на протяжении всей вашей жизни ваш мозг будет восстанавливаться, и вы будете здоровым, цельным и целостным во всех отношениях. Наслаждайтесь жизнью в полной мере. Вы можете расслабить ваши руки так, как вам удобно, или можете оставить их в том положении, в котором они находятся сейчас, перемещая их вниз по мере этого упражнения. Сосредоточьте свое внимание на своем лице. Обратите внимание на ваши глаза, уши, пазухи, нос, рот, зубы, десна, язык, челюсть и кожу, покрывающую ваше лицо. Почувствуйте еле заметные вибрации, покалывание, тепло пульсирующей крови. Теперь отпустите все напряжение и полностью расслабьте натянутые связки в этой части головы. И приведите ее в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться все глубже и глубже в течение этого упражнения. Теперь поместите ваши руки на ваше лицо любым удобным для вас способом и сосредоточьтесь на области лица. Представьте, что ваши глаза, уши, пазухи, нос, рот, зубы, десна, язык, челюсть и кожа, покрывающие ваше лицо, получают пользу от бело-голубой целебной энергии. Представьте себе, как все токсины, бактерии, тяжелые металлы, грибки, плесень или любые другие микроорганизмы, которые могут воздействовать на любой орган, ткань или железу в вашей голове, растворяются в бело-голубой исцеляющей энергии. Расслабьте ваши руки. Сосредоточьте свое внимание на ощущениях в шее и коже, покрывающей вашу шею. Почувствуйте еле заметные вибрации, покалывание, тепло пульсирующей крови. Теперь отпустите все напряжение и полностью расслабьте натянутые связки в этой части тела. И приведите ее в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться все глубже и глубже в течение этого упражнения. Поместите ваши руки на область горла и шеи любым удобным для вас способом. И представьте, что бело-голубая целительная энергия проникает в эту область, удаляя все, что может препятствовать нормальной функции любого органа, ткани, железы или клетки. Обратите внимание на свои миндалины, щитовидную железу, вилочковые железы, лимфатические узлы. И представьте, что ваши щитовидные и лимфатические узлы поглощают бело-голубую целительную энергию и функционируют здоровым образом.
Сосредоточьтесь на спине, позвоночнике, плечах, руках и кистях рук. Почувствуйте, как одежда соприкасается с вашим телом. Почувствуйте кожу этой части тела и ее вибрацию. Полностью отпустите напряжение и полностью расслабьте свою спину, позвоночник, плечи, руки и кисти рук. И приведите их в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться все глубже и глубже с каждым разом. Поместите ваши руки на спину и позвоночник любым удобным для вас способом. И представьте, что бело-голубая целительная энергия активирует и заживляет, укрепляет кости, костный мозг и клетки спины и позвоночника. Теперь полностью отпустите напряжение и расслабьте эту часть тела от шеи до самого основания вашего позвоночника. Теперь скрестите ваши руки и поместите их на плечи. Медленно двигайте их от плеч вниз по рукам, проецируя бело-голубую целительную энергию на ваши сухожилия, мышцы, лимфатические узлы, кости, костный мозг и клетки, вплоть до ДНК. Теперь позвольте вашим ладоням встретиться и мысленно произнесите: «Красивое и прекрасное тело, мне жаль, что я каким-то образом навредил тебе своим образом жизни или как-то по-другому. Пожалуйста, прости меня. Спасибо, что ты служишь мне так хорошо и так долго. Я люблю тебя». Продолжайте дышать медленно, глубоко и ритмично. Сосредоточьте свое внимание на грудной клетке. Почувствуйте, как одежда соприкасается с вашим телом. Почувствуйте кожу своей груди и ее вибрацию. Полностью отпустите напряжение и расслабьте натянутые связки. И приведите свою грудную клетку в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться все глубже и глубже с каждым разом. Поместите ваши руки на грудь любым удобным для вас способом и сосредоточьте свое внимание на груди. Расслабьте все органы, все железы, расслабьте все ткани, включая сами клетки, и прикажите им функционировать в здоровой манере. Уделите особое внимание своим легким, сердцу, молочным железам, лимфатическим узлам, печени, поджелудочной железе, желчному пузырю и селезенке. И представьте себе ваши легкие, сердце, молочные железы, лимфатические узлы, печень, поджелудочную железу, желчный пузырь и селезенку, поглощающими бело-голубую целительную энергию и функционирующими в здоровой манере. Если есть токсины, бактерии, тяжелые металлы, грибки, плесень или любые другие микроорганизмы, которые могут воздействовать на любой орган, ткань или железу в этой области вашего тела, представьте, что они растворяются в бело-голубой целительной энергии и выводятся из вашего организма через пот и мочу. Расслабьте ваши руки. Сосредоточьте свое внимание на ощущениях внутри живота. Почувствуйте, как одежда соприкасается с вашим телом. Почувствуйте кожу этой части тела, ее вибрацию. Расслабьте все органы. Расслабьте все железы. Расслабьте все ткани и каждую свою клеточку. И дайте им команду работать слаженно и здорово. Поместите ваши руки на живот любым удобным для вас способом и сосредоточьте свое внимание на животе. Расслабьте все органы, расслабьте все железы, расслабьте все ткани, включая сами клетки, и прикажите им работать в здоровой манере. Обратите особое внимание на ваш аппендикс, на толстую тонкую кишку, почки, надпочечники, репродуктивные органы,
костный мозг в области бедер и лимфатические узлы. Представьте, как они поглощают бело-голубую целительную энергию и функционируют в здоровой манере. Если есть токсины, бактерии, тяжелые металлы, грибки, плесень или любые другие микроорганизмы, которые могут воздействовать на любой орган, ткань или железу в этой области вашего тела, представьте, что они растворяются в бело-голубой целительной энергии и выводятся из вашего организма. Расслабьте ваши руки. Сосредоточьте свое внимание на бедрах. Почувствуйте, как соприкасается одежда с вашим телом. Сосредоточьте свое внимание на коленях. Почувствуйте, как одежда соприкасается с вашим телом. Почувствуйте кожу этой части тела и ее вибрацию. Теперь полностью отпустите напряжение и расслабьте натянутые связки. И приведите свои бедра в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться все глубже и глубже с каждым разом. Поместите свои исцеляющие руки на колени и сосредоточьтесь на коленях, костях и костном мозге. Представьте, как кости и костный мозг поглощают бело-голубую целительную энергию и функционируют в здоровой манере. Сосредоточьте свое внимание на икрах и стопах. Почувствуйте кожу этой части тела и ее вибрацию. Теперь полностью отпустите напряжение и расслабьте натянутые связки. И приведите свои икры и стопы в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться все глубже и глубже с каждым разом. Сосредоточьте свое внимание на икрах и стопах. Представьте, как от ваших рук, расположенных на коленях, бело-голубая целительная энергия распространяется до икр и стоп. Представьте, как кости, костный мозг, мускулы, кровяные сосуды и нервы внутри ваших икр и стоп поглощают бело-голубую целительную энергию и функционируют в здоровой манере. Представьте, как бело-голубая целительная энергия движется по всему вашему телу, через ваши кости, костный мозг, мышцы, кровеносные сосуды и нервы. И эта энергия активизирует, исцеляет и укрепляет ваше тело и иммунную систему. Взгляните на свое тело и представьте, как оно сияет бело-голубой целительной энергией. Дышите глубоко и знайте, что исцеление происходит прямо сейчас. Теперь мысленно произнесите: «Красивое и прекрасное тело, мне жаль, что я каким-то образом навредил тебе своим образом жизни или как-то по-другому. Пожалуйста, прости меня. Спасибо, что ты служишь мне так хорошо и так долго. Я люблю тебя». Представьте, как все токсины, бактерии, тяжелые металлы, грибки, плесень или любые другие микроорганизмы растворяются в бело-голубой целительной энергии и выводятся из вашего организма через пот и мочу. Представьте каждую вашу клеточку живой и здоровой. Представьте себе ядра клеток и молекулы ДНК, закрученные в нитевидную спираль, живыми и здоровыми. Представьте, что каждая из этих частей внутри вас исцеляется бело-голубой, исцеляющей энергией, исходящей от ваших рук. Отправьте это сообщение о здоровье и исцелении по всему вашему телу, своим эмоциям, духу и разуму. Позвольте каждой вашей части знать, что вы теперь решаете жить в соответствии с планом совершенного здоровья. Позвольте вашему телу, мозгу и разуму запомнить это замечательное и здоровое чувство. Теперь сложите вместе большой, указательный и средний палец. И скажите:
Всякий раз, когда у меня возникнет необходимость или желание думать и поступать таким образом или обладать такими убеждениями, все, что мне нужно будет сделать, это просто сложить 3 пальца. И так будет. С этого дня, каждый раз, когда вы думаете о вашем здоровье, складывайте вместе пальцы, закрывайте глаза, делайте глубокий вдох и вспоминайте это замечательное чувство. Каково оно быть в оптимальном состоянии здоровья? Продолжайте дышать медленно, глубоко и ритмично. С этого момента, в ближайшие дни, недели и месяцы, произойдет множество изменений. Вы почувствуете приток энергии и усиление чувства внутреннего контроля и благополучия. Вы легко внедрите новый стиль жизни, который включает более здоровые привычки в питании. Желание двигаться или заниматься спортом будет становиться все сильнее с каждым днем. Вы обнаружите, как это прекрасно двигаться, быть энергичным и физически сильным. Вы осознаете, что ваше тело является просто формой мышления. И вы сможете изменять свое тело своим желанием и визуализацией. В эмоциональном плане вы пойдете еще дальше. Вы будете успешно справляться с любыми проблемами и ситуациями повседневной жизни. Старые эмоциональные проблемы будут исцелены навсегда, что приведет к сохранению здоровья. Вы можете заметить, что ваши сны стали более яркими, старые страхи и фобии покинули вас. Вы также испытаете обновленное чувство уверенности и защищенности. И вы начнете проецировать это чувство на других, что позволит вам строить полноценные отношения, увеличить уровень доверия и повысить способность привлечь вторую половинку. Вы заметите, что привлекаете людей, места, события и вещи, подобные высокой частоте. Развитие — это бесконечный процесс. Вы будете замечать изменения на протяжении всей вашей жизни. Сделайте глубокий вдох животом и на выдохе расслабьтесь. Продолжайте дышать медленно, глубоко и ритмично. Расслабьтесь. Каждый раз, когда вы действуете на этих уровнях сознания, ваша способность контролировать свои мысли, убеждения и вашу жизнь возрастает. Со временем вы осознаете преимущества, полученные от информации, запрограммированной в этом упражнении. Вы почувствуете себя более уверенным и энергичным. Вы можете использовать эти уровни мышления, чтобы научиться получать удовольствие от жизни. Сейчас я медленно сосчитаю от 1 до 5, и ты выйдешь из уровня расслабления. 1, 2, медленно просыпаешься. 3, когда скажу 5, откроешь глаза, будешь бодрым, разбуженный, с идеальным самочувствием, идеальным здоровьем, чувствуя себя лучше, чувствуя себя так, как после достаточного количества освежающего, добавляющего энергии, расслабляющего здорового сна. 4, 5. Глаза открыты. Бодрый, разбуженный, с идеальным самочувствием, идеальным здоровьем, чувствуя себя лучше, чем прежде.